Не только косметика, но и одежда. Известная фирма «Фаберлик» готовит к реализации в Ивановской области крупный инвестиционный проект. Компания планирует заниматься вязанием и отделкой трикотажных тканей, а также пошивом готовых изделий. Почему для этих целей выбрали именно нашу губернию, представители «Фаберлик» рассказали Павлу Конькову. Здесь мы увидели и теплую поддержку, встречу. Здесь мы увидели, что мы можем делать... взаимодействовать с предприятиями именно Ивановской области. Это очень удобно с точки зрения логистики. И здесь очень сильная школа, сильные вузы, которые могли бы нам помогли найти тех специалистов, которые бы смогли обеспечить высокое качество нашей продукции. Первым этапом станет открытие трикотажного производства на базе фурманской ткацкой фабрики номер 1. Пуск запланирован на вторую половину мая. Количество рабочих мест – 320. Вторая очередь проекта запланирована на конец года в Иванове на базе бывшей производственной площадки «Ивтекмаш». На первое время потребуется 600 сотрудников. С расширением производства наберут еще. С практической точки зрения, это в перспективе более 1000 рабочих мест, соответствующие там налоги и прочее. Плюс это известная фирма, и оборудование, и производство будет высокотехнологичные, высокопроизводительные. В Фурманове «Фаберлик» планирует производить нижнее белье, в Иванове – колготки. И не только. Обещают, что все будет, как любят женщины – качественным и красивым. Это будут и базовые колготки, и модные, совершенно новые разработки с точки зрения ажура, с точки зрения переплетения цветов. Белье будет создаваться, естественно, прежде всего, это хлопковые материалы, которые будут, кстати, производиться здесь же, в Ивановской области. На втором этапе, о котором говорил Владислав Андреевич, это как раз будет производство трикотажного полотна здесь, в Иваново. Огромным успехом у «Фаберлик» сейчас пользуются дизайнерские вещи. Совместные работы с Валентином Юдашкиным и Аленой Хмадулиной не оставили модниц равнодушными. Подобные коллекции планируют шить и в Ивановской области. Более того, мэтры моды будут частыми гостями текстильного края. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.